Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их описаниями. Якопо Тинторетто. Концерт. Холст масла 142/214. Напомню, что годы жизни Тинторетто 1518-1594. Тинторетто написал множество женских образов, можно даже говорить о его собственном каноне женской красоты. Зачастую то, что делается в большом количестве, неизменно несет на себе определенную печать трафаретности. Так, крайняя левая фигура на этой картине невольно напоминает Венеру, с его же полотна «Вулкан, застигающий Венеру и Марса», который хранится в старой пинакотеке в Мюнхене. Существуют и другие примеры сходства. Поистине уникально музицирование дам. Произведение дает много сведений любителю музыки, демонстрирует инструменты, нотные книги, по которым играют героини, фиксирует манеру игры на старинных инструментах. В центре орган «Позитив». Его особенность в том, что когда одна из женщин играет, хорошо видна клавиатура, другая накачивает воздух в меха-орган. Если не знать механизмы инструмента, трудно объяснить и действие органистки. Другие изображенные инструменты – лира да браччо, центр на земле, виола да гамба, у дамы слева, так называемая поперечная флейта, псалтериум, инструмент, прислоненный к органу. Не случайно картина имеет второе, вполне оправданное с точки зрения ее содержания название «концерт». Позы и ракурсы героинь далеки от естественного. Как обычно, Тинторетто интересовали особые повороты. Он наделял свои фигуры большой экспрессией. Это зачастую казалось манерным, отсюда, кстати, и название направления – маньеризм, ярчайшим представителем которого и был Тинторетто. Вот такое описание к работе «Концерт» Якоб Тинторетто. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.